неділі нарешті в Україні відбулись позачергові парламентські вибори. За результатами попереднього підрахунку, штабу нардепа Олексія Гончаренка отримав найбільшу кількість голосів виборців за мажоритарною системою у 137-му одномандатному виборчому окрузі та здобув впевнену перемогу з великим відривом саме кандидат в депутати Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Народний обранець звернувся до виборців та зазначив, парламентські вибори 2019 пройшли чесно, демократично та без порушень. Хочу обратиться еще ко всем и ответить некоторые вопросы, которые звучат. Смотрите, выборы прошли, если говорить об избирательном процессе, подсчете голосов, удивительно честно здесь на округе, потому что нет ни одного акта. Представьте себе, 200 участков, чтобы вы понимали, обычный участок, там, например, в Одессе, это 80, извините, обычный округ в Одессе, это 80 участков. У нас здесь 200 участков, и ни одного акта о нарушениях ни во время голосования, ни во время подсчета голосов. Задержаны два человека, которые осуществляли подкуп избирателей в городе Подольске в пользу кандидата Климова, Леонида Климова. И вообще понятно, что Климов осуществлял системный массовый подкуп людей здесь на округе. Это очевидно, но он не вел никакой кампании, при этом фактически занял там второе-третье место, разделил, набрав одинаковое количество голосов с кандидатом от «Слуги народа». А кампании Климов не вел, это знают все жители севера Одесской области. Кроме того, экзит-пол, который мы проводили, показал результат Климову 12%, а на самом деле он набрал в два раза больше. Это потому, что люди, которые, чьи голоса были куплены, они не говорили на экзит-поле свое действительное голосование, а называли другие имена. Вот такая ситуация, и я хочу поблагодарить всех членов участковых комиссий, окружную комиссию, всех тех наблюдателей, работников полиции, всех тех, кто своей работой действительно обеспечил, защитил волеизъявление жителей севера Одесской области и не дал пройти подкупу и манипуляциям. Всем спасибо. Олексій Гончаренко подякував кожному українцю за підтримку та довіру. Закликав об'єднатися заради змін та розвитку як півночі Одещини, так і всієї України. Народний депутат підкреслив, разом можна зробити ще більше. Я хочу сказати огромне спасибо всім, хто мене підтримав. Ми вместе з вами победили. 20 442 голоса, які ви віддали за мене. Это 20 442 раза, когда я хочу сказать вам спасибо. И это 20 442 маленькие победы, которых мы уже достигли. Мы обязательно изменим север Одесской области к лучшему. Мы будем работать над этим. И я приглашаю присоединяться к нам всех тех, кто на этих выборах меня не поддержали. Я верю, что смогу доказать вам, что вы могли меня поддержать и в этот раз, и сможете стать частью нашей команды. Все, кто хочет изменений, все, кто хочет развития нашего прекрасного, красивейшего края, я приглашаю вас к сотрудничеству, и я уверен, что вместе мы сделаем больше. Всем спасибо, всех поздравляю, и вперед к следующим победам!